радиослушатели, посетители нашего ивента. Сейчас ништяки скоро окончатся, и мы будем просто танцевать под дождь из коблы, если нам ее оставит наша уважаемая администрация. А так, просто послушаем музыку на Russian Room, мы с вами на этом уже прощаемся. Спасибо всем, что пришли, спасибо, что поучаствовали в этом небольшом, таком скромном ивенте. Всем спасибо, дорогие радиослушатели, всем удачи, всем хорошего настроения, всем пока.